Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня посмотрим расклад на тему, какие двери вам скоро откроются. В какие двери вы войдете? Даже так, я еще более сужу, да, вороночку наших вопросов, и мы будем смотреть, в какие двери, именно которые откроются, вы войдете. Итак, какие двери откроются вам, которые вы будете выбирать и выберете все-таки. Какие такие двери? Опа, ну, тут первая дверь, я так понимаю, что вы уж не пропустите ее точно. Она будет освещена просто ярким светом. Это шикарно просто. Дверь в радость, счастье, семейное благополучие, вообще материальное благополучие. По всем статьям будет вести, по всем фронтам будет у вас как... Там, знаете, как хотела сказать, вот закрыты все проблемы, так вплоть до этого там будет просто еще наполненность и благополучие, это радость. Вот первая дверь, вот она показала. Здесь для кого-то даже рождение ребенка, это прям, знаете, прям, ну, очень долгожданное, если вы ждете ребенка, здесь карта все-таки с ребенком. Если это путь какой-то, да, открываются все дороги, у вас просто открывается дверь в счастье, безграничное полноценное счастье, солнце светит и греет вас. Что это за дверь? Давайте посмотрим, что это за дверь. Так, вот так вот. Что это за дверь? Ну, трудно вам далась эта дверь. Вы сами взяли меч, хотя вам не свойственна эта энергетика. И с помощью этого меча вы все-таки прорубили эту дверь. Вам она стоила многого. Многого. Здесь какое-то разрушение произошло, либо вы что-то разрушили, вы своим участием могли что-то разрушить и прорубили вот некую буквально дыру, да, оказалось, это просто дыра огромная, вход в рай. Вот, вы, значит, огнем и мечом старались. Прорубили вы все-таки этот путь. Вот почему, вот наконец-то идет слово «наконец-то». Вот так вот. Вы не верили уже, что вот это счастье вас ждет. Но вы сами просто, не знаю, ходячий источник действия, движения. Вы, ну, ведьма здесь все-таки, королева посохов. Она как в действии, действующая. Действующий тренер, да, так называют. Тренеров, которые... о футболе, которые играют и тренируют, да, команду. Да. Что это за дверь? Что это за счастье вас там ждет? По сути, досталось оно вам нелегко. Так, что это за дверь такая? Вас там будут любить. Опа. Смотрите, вы прошли какую-то женщину. Вас эта женщина не хотела впускать в это счастье. Она закрывала эту дверь. Женщина, которая вам буквально застилала собою эту дверь в счастье. Но вы настолько какая-то чистая, то ли вы как сквозь нее проходите, наконец-то. Вот так вот. И король кубковый. Блин, тут пара, смотрите, она как между вами стояла. Ну, так как нам, да, показывают путь, как вы добрались до этого солнца, вы преодолеваете, эта женщина отходит, исчезает, испаряется. Девятка пентаклей. Карта богатства, карта изобилия, да, изобилия духовного спокойствия, душевного богатства даже так. Самодостаточности и достоинства, вот. Это вы. Ну, тяжело вам далась эта дверь, и здесь соединение двух сердец идет. Все. И вот на этой основе, да, соединяются два сердца. Там просто у вас и финансовая сфера подтягивается, да, и отношения, да, и отношения между людьми. То есть тут все, да. То есть какие-то процессы начинают моментально разрастаться вот этими лучиками солнышка. И давать вам счастливое состояние. Так, хорошо. Вот такая дверь. Ну, она первая показалась, наверное. По-моему, этого достаточно, да? Хорошо. Прекрасная дверь. Будут ли еще какие-то двери открываться? Покажите нам дверь, в которую вы войдете еще.
Дверь. Двойка посохов. Дверь будет еще какая-то открыта. Показывает нам дверь, но вы можете в нее войти, можете не войти. Что там? Давайте как раз проверим, нужно ли входить. А там двойка мечей. Нерешительность, там неизвестность, я бы так сказала. Там женщина, которая завязывает мужчине глаза. Вы разворачиваетесь от этой двери. Да, идете себе дальше или что? Смотрите, у вас есть возможность вступить в эту дверь, да? То есть тут что-то такое, когда вам предложат. Это я сейчас объясню, посмотрим, что именно. Я сейчас пока энергетику прочту, потом объясним, как. Так, здесь магия какая-то. Внимание. Эта дверь открыта магическим способом. Либо это кто-то открыл, заманивая вас как в ловушку, да, открывая эту дверь. Либо это вы как-то, да, своей магической энергетикой, да, сделали такой проход. Вот, но еще не знаете, вступать туда или нет. Смотрите, неопределенности, двойственности за этой дверью и полное изменение судьбы. Если вы войдете, там, ну вот реально, там порадуются те, которые открыли для вас эту дверь. Стрёмно, вот хочется сказать, что-то стрёмно, непонятно. Сейчас проверим. Не те друзья, точно. Не те люди. Темный лес, непонятно что там. И неизвестность. Если вы разворачиваетесь, там за этой дверью тоскуют те, которые хотели, чтобы вы туда вошли. Прям воют на луну. Цифра 18. Вот да, идет 18. Что-то связано с этой цифрой. Давайте смотреть, что же за этой дверью. Что же за этой дверью? Там есть мужчина. Вы могли войти в эту дверь, например, да? Вы уже это и прочувствовали, но вот тут колесо фортуны показывает, что вы как поворот хотите сделать. Либо там навести порядок, да, и дойти, прорубив уже оттуда, да, дверь в солнце, в радость, счастье. Я вот прям вижу, вы чувствуете эти ходы? Либо вернуться, да, и как сделать шаг назад. Что значит, если там, да, то есть вы вошли в эту дверь, да, то есть там есть мужчина, король пентаклей, там есть любовь. Но там есть какая-то странная ситуация, двойственная, непонятки какие-то, но и меняющие судьбу. Вы проходите через нечто непонятное, страшный лес, но там есть мужчина, который многое может дать. Вплоть до и любовь свою, да, и жизнь совместную. Но просто здесь я вижу странно то, что вот это состояние, когда вы как вдвоем, да, и не видите друг друга, это тоже будет некоторое время. Ну вот так. Так, если какие-то звуки слышатся, воспринимайте это как данность, да, все мы люди. Кто-то, допустим, может изолироваться, да, кто-то не может в определенный момент. Но когда такой мощный расклад идут, да, зачем останавливать? Так. Мы же не в студии работаем. Было бы, конечно, хорошо, да? Но где найти тогда натхнение? Окей. Что за этой дверью? Давайте смотреть. Потому что там что-то такое, как вы вроде как не решались войти. Что за этой дверью? Ну, императрица вы. Или это какая-то другая. Знаете, вы проходите. О, как интересно, мои дорогие. Там идет такой сюжет. Вам открывают эту дверь некие силы, которые хотят вас... сейчас расскажу. Чтобы вы отработали какую-то кармическую задачу. Возможно, эти двери всегда открыты, знаете как. Как вы проходите эту кармическую задачу, но вы получаете такой максимум тоже. То вы тоже, вы в этом состоянии тоже будете счастливы. Императрица, верховный жрец,
То есть вы достигаете максимум как материального, да, так и душевного спокойствия. И всадник чаш. Так и в любви, да, идет развитие. То есть тут идет и тут взаимоотношения с человеком по спокойному сценарию. Но он вас любит. Как интересно. Но я вижу более ярко это все-таки здесь. Здесь, знаете, материальное подтягивается после того, когда вы любите друг друга, и это материальное как добываете вместе. А здесь же наоборот. Здесь вы уже получаете это, но вы сомневаетесь, туда идти или нет. Вы получаете это материальное, тут мужчина готов вам давать, он же тут же назначает вас своей любимой, главной, не знаю, там, брак и венчание, тут все может быть. Тут мощного калибра человек, который пообещал, сделал, и сделал это для женщины. То есть вы тут на высоте. Причем в хороших энергиях мужчина идет, да, любящий вас. Вот. И спокойная жизнь, достойная и богатая. Да? Вот здесь она как сразу идет. Но почему-то здесь краски такие густые. Мне вот интересно. Как будто воздух слишком густой. Почему вы что там к этому мужчине? Эй! А вы как зависите от него, получается? А вы как зависите от этого мужчины тогда? Класс. Вот такая ситуация. Ну, вы счастливы будете, мне интересно, если здесь. То, в принципе, имея такое пентаклище, да, говорите вы, я могу быть счастлива. Но, почему-то здесь но идет. Но вам хочется вот этой вот красоты. Когда есть счастье на всех двоих, когда вы сразу счастливы, а потом уже пентакли. В общем, девочки, тут интересная такая странная штука. Хотите так, хотите так. Все-таки выбор дали. Мы просили, что будет без выбора, а нам все равно говорят, ты хочешь, выбирай. Вопрос, если без выбора, посмотрите, вы будете ходить вот так вот с фонариком и искать правильный путь. Все время правильный. Надо выбирать, делать сразу выбор. Как это сложно? Это действительно сложно, потому что потом вроде как прошел, а потом возвращаться назад, и а вдруг не надо, да? Ну, все равно будут даваться две счастливые дороги, в которой в одной вы, ну, знаете, как сразу видите, что там, боже, счастье, наполненность, но, возможно, что-то такая ситуация, когда по финансам не сразу, да, либо там материально не сразу как приходит такое, как вы хотите. Здесь же тут же, тут и сразу, тут и здесь, и сейчас, как говорится, дается. Без выбора, ну, никак, потому что без выбора это вот идет человек один, всегда один, и не выбирает. Он просто идет, он выбрал, по крайней мере, хотя бы идти за фонариком, хоть бы разобраться в этой ситуации, как говорится, в этом мире. Совет вам. Давайте так, совет вам. Такие двери замечательные, будем советоваться. Оп, с высшими силами. Семерочка мечей. Не хитрить со своим сердцем, вот, ну, не нужно. Да. Долго не думать. Колеса выходят и все. Ну, каждая будет выбирать по-своему, да. То есть тут не говорят, выбери это или выбери это. Тут показывают, что свои плюсы там и свои плюсы тут. Хорошо, давайте так сделаем. Облегчаем задачу. Будете ли вы счастливы, если выбираете первую дверь? Будете ли вы счастливы, если вы выбираете вторую дверь? И там, да, мужчина все-таки. Первая дверь. Вторая дверь. Ну, вы и там, в принципе, очень даже ничего.
Два кармических аркана. И там кармический путь. Как это интересно, да? Хотя эту карту пропустили у меня как-то, но в любом случае не будем рисковать. И там кармическая судьбоносная, да, дорога, где вы будете счастливы.